Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, который уничтожит весь Азерот! Смотри, как ворвался. Удочку. Что-то я ничего не чувствую. Что? Рекастит будет, скорее всего. Да, карас на рекастит, уходите. Ну там. На сколько хилов? Шестеро? Блин, мне через 2 минуты надо отбежать, встретить на улицу. Короче, я и сошел в лужу, зайду и сдохну. Красный, красный, смотри. Красного ввели. Я так им поставлю.
Так, вот, я в лужу захожу сейчас. Короче, на колбу иду. Сука. Где лужа? Лужа. Где колба? Давай, пельмени, отлично. Сука. Всё, в лужу становлюсь. Не хильте шамана, косуки. Залейте иммерки там, если... Приказ красный. Чуть-чуть не хватило допить лужу. Колбы. 3 секунды. Я вылетел. Кот. Кот нас. У меня его в бафах нет. О, да ладно тебе. Это... Не-не-не, нормально. Бомба. Я его вожу. Ой, бля, некуда идти. Залей ману электрошам. Если у него заду и эти... Погибну. Я упал. Точку. Отхилюсь.
Бля, я танчил уже сколько мог, тучки нахуй. Интересно. Вальтера то же самое, я в слезне словил ГП. Ой, ГП. Да, в сильном слезне, блядь. Когда красный... Я меня слезень взял в таргет и проф кинул пельмень. Двигаться я пока не умею, вот так. Красный. Колбу. Ой, не хило спекаться. Да-да, подошел. Да, можно не торопиться с третьей карты, походу. Опа, хорош. А мне что, за АФК уже дают? Хорош. Печально. Смотри, пельмени многие получили, потому что красного повели, и как раз пельмени полетели в это место, где его проводили. Может, ты будешь учитывать, кто получает хотя бы этот пельмень? То, что его подсветит. Ну смотри, я хочу парировать, ты завесил китами 100 хп просто за то, что она получила пельмень. Хотя на Эрдру первый по хпсу в списке, и как бы с этим проблем пельменя нету. Ты не считаешь, что это ли? Линкани, пожалуйста, там пельмени. Войт, линкани там, где пишет о пельменях, пожалуйста. Побуд, где смотри. А еще... Можно, чтобы на третьей фазе или какая-то фаза все стояли вместе? Потому что все РТД стоят не вместе, лужи кидаются в разные места, и пельмени летят в разные места. Ты убегаешь из одной толпы, влетаешь в другую, из одной толпы ты уходишь с пельменя, но влетаешь в другой пельмень. Найс. Можно как-то вместе стоять? Зрение плохое. Ага, или бежишь похилить там у кого-нибудь, у кого потом 20% и ловишь пельмень. Тут что? Что, мне спекаться в Аршаму или не надо? Ну, а себе войд ГП. Вон вязкая гадость. 3%. Ну, а чё ты думаешь, что не только ты в конце получил? Пельмень получила, когда красная вели его. И как бы добивала до последнего, мне как бы она не приор. Окей.
На косуке я не вижу в рекаунте вязкую гадость. Так он же сказал, я уйду в лужу стану. Ты сказал, хорошо, зачем ты ему дал ТП? Да не надо, пусть все. Все получают и все. Войд. Я же говорил, слизни был. Это важно. Ну, Шайпер пишет, что он тоже слизни бывает. Нужен мне буду я внизу. Было, и не в ебало влетел. Передашите меня, если нужно. Можешь заходить. Что, колба? Я ни разу не ловил. Я только вылетел, может, словил, я не спорю. Да, я вылетел и сейчас пытаюсь резнуться на входе. Меня там этот рог убивает. КД. Ну, у меня в конце был пельмень, когда лужа была и пельмень с другой стороны. Или в луже, или... Да. Войд, Войд, я тебе перетащил. Не говори, не говори. Короче, тут говорят, что ты кого-то игноришь и начисли Алисе, блядь, ЕП. Все, что надо было сказать. Ей надо уходить. За потому что что? Блять, если смотреть за этими пельменями, когда бьешь красную нахуй колбу и будешь от, ну, и отходить от них, блять, ты просто... Это же не гет. Он же сказал, вниз ушел в канал. Да. Алиса. Я хотел, Джованни, кстати. А, ты хочешь рейдж убить? Захожу. Кто нужен? Чё, мастер, давай быстрее, а? Так моментально пролетел сумму. У нас чё, здесь боссов 1000 ЕП идёт или что?
ты дал мне 1000 ЕП. 6 босс. Сколько ЕП? 응. Да. Конечно. Не, я все. Лапку дайте. Стоп. Хант, 10% ап, дай. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? В луже стоит, делим его. Сюда пельмени летит. Хорош. Это 200 ГП летит. Не, ну мои пельмени, уже смотри, когда в зеленого сбегайтесь, а что делать? Просто так далеко. Да. От нас. Странно.
Отличные новости, народ. У меня там что-то появилось, да? На мне был таргет зеленого, откинула прям под пельмень. Я ничего не смог. Был Зигзалей, ману титами первый. КД. Классная, да, именно ману. Так я уже дану, стоп. А мы уже давно могли перевести. Наверное, нет. Просто рандом. Все в одну точку стали. Вам говорили за это. Вот, где написали сюда, сюда становимся. Отошли. Стоим, стоим. Да, кидаю. Служи, вышли. Есть БР. Отошли. Бойт, если можешь Олечке иннер дать. Это ж хил вроде. Колба. Забирай. Даль. Забирай. Пошли. Степан. Прыгай вот. А вы сам, в смысле, да, диван. Ты кого? Выдал. Колду. Что с ДПСом?
Много новеньких. Я он на репу пришел бить. Если... А, это меч, тогда не надо. Чё, император, когда мне задонить два куска теперь? Путаница ниже Сомалийск. Вокруг да около. А я колбу одну словил. Там я бил босса, когда не надо было, блин. А, ты токен уже на мара разрогал, да? Блин. Я так бы не сказал. Ликутия, зачем ты донил, сука, ёбаную чешку? Да бабки девать некуда. Лучше бы мне, сука, задонил. Тупо, бля. Болзы, переоденься. Давайте прошу. Я перемень. Ебать. Чё за... Эй, куда меня понесло нахуй? Вальтера так же воет, только мне под квартира. Блять, я вверх полетел нахуй. Ёбаные рывки, блять. Хе-хе-хе. Я падаю вниз, нахуй, что мне пизда будет. Вы видите это? Дайте ему боб. А, сейчас, блядь, умрут мы. А это меня откинуло после зеленого. То, что, ну, как бы меня откинуло туда, что я сделал? Не, его первого откинуло. Нет, это меня рейсали. И пельмень в то место падает, куда откинуло. Почему Хант не юзает 10% АП? Ну, колба в конце была сама. Мастер по команде. Ну да. Чё, все, кто умеет контролить, пошли вверх, нахуй. Остальные остались внизу. Возик, спускаю.
у вас очень хорошая мотивация. Ну, Чейпера уже перехвалил, пизда, умер, нахуй, на трэш. Я просто со сферкой вертуху нажал. В 25 герна нельзя твинками ходить, я вот что вам скажу. Мастер, я в сапе, умирай. Я под башаной, не помню. Ты дальше сапин? Нет. А не бой, чё ты пиздец, просто я пришёл. Мы в прошлом трае 500к оставили, двое у нас вы... Просто когда я в рейде, нельзя ГП лопал. Ты говорил, за победный трай ГП не даешь, так что за победный... Это было бы победный трай. Потому что двое вылетело, это вся причина. Вот, поставил, ну вот это в боях не пропал. А вот в этом... В рыцаре лежат, аж... Это 200. Ну, не бомжарские, но все равно. Какой рейд, такие боешки, блядь. 200 ГП. О, хорош, блядь. Как вы можете. Да, контролили. Контролик будет кто-то раздавать, не? Нахуй надо, правда. Если не за сапа, этот хилин. Фиры паладины раздайте, все паладины раздали фирыны. За сапа. А что по печеньке? Ты королу отдаешь? Да, ДД, подойдите поближе, а, блядь, он тактик этот ебаный прыгает, ну. Да, ДК притянули наверх, то есть. Не скинул. Ты как диктор в рекламе по радио, знаешь, Рик? Вот так же говорит. Мастер, расскажи мне, нубу, почему шаманы через цепную больше хилят, чем я? Тебе так кажется. Ну, я на просто...
Думаешь, что за шмот? У них коста. Сколько у тебя косты, сколько электрошамотов? Да. У меня косарь. Сколько? Хуйня, у меня... все правильно. Хуйня у него хосты. Косарь мало, блядь. У меня 1400, мне мало. Конечно, что мало. 1600, у меня 1600, мне мало. На аэродром много косарь, там 850. 850 это без... Это хардкап на руле. Без. Потому что вы сами пока не знаю. Я рыбу. Даю рыбу.